Puesto para Pizarro de Chile y la cuarta ubicación para Lisa Bartunkova de la República Checa. Para la última recta, Rusia se quiere llevar la segunda manga de clasificación. La placa número 3 de Varvara Ovchinnikova. Primera manga, segunda serie de punta, Rostalen. Última recta del circuito, zona del invertido. Última recta para Rusia. El свершилось, и очень рады, очень довольны. До сих пор не верится, что все уже кончилось, просто больше 30 секунд все решено, очень быстро произошло. Руки, ноги, все дрожит до сих пор. Как бы не верится до сих пор. Ну, наверное, первое, надо верить в себя, хотеть этого, и как бы биться до конца, до последнего, до финишной линии. Не волноваться, настроиться на победу и ехать до конца. Думай только о себе, о своей езде, о своей гонке. Вот. Ни о ком не концентрироваться, только на себе все внимание. Тренера очень переживали, наверное, больше, чем мы сами. У всех, наверное, истерика сейчас. Не знаю, не верится никому сейчас. Ну, так же, я думаю. Тренер очень переживал, думаю, у нас. Больше, чем мы сами, наверное. Настраивал нас, и вот результат. А мы, наверное, еще сами не понимаем, что мы сделали. Вот. Не знаю, даже еще. Потом все узнаем. Я думаю, это важно для общекомандного зачета, для страны. Это важно, думаю. Каждая медаль цена. У нас постоянно конкуренция, постоянно смена позиций. Это надо в голове как бы прокрутить, осознать все. И верить в себя. Как бы это очень сложно, тяжело, но надо справляться, и поэтому будете вот, в лидерах. Со многими уже здесь катались участниками, знаем, как они примерно едут. Но непредсказуемый вид спорта, все может сложиться по-разному каждый раз. Моя золотая медаль очень важна для меня. Я этого хотел всю жизнь, наверное. Вот, как бы предоставился шанс, использовали вместе с напарницей Варварой. Вот, очень рады, очень довольны, верили, хотели. Вот, и как бы мечты сбываются, если хотеть верить в них. Ну, это честь для меня, для страны, для тренера, для отца, для матери родной. Вот, очень гордятся, я очень рад. И я думаю, все гордятся сейчас с нами, вся страна, вся Россия. Нет, с семьей я еще не успел поговорить, потому что туда-сюда не успеваю с фотографии, вот, еще не успел. Не знаю, просто сконцентрировался на себе, на своих движениях, на своем старте, по трассе, как на виражах правильно проходить. Вот. Ни о ком не думал, только о себе, вот, сконцентрировался, взял, доехал.